Автор – Гульсара Шакирова. Категория образования. Автор блога – министру образования и науки Республики Казахстан Сагадиеву. Добрый день. Я работаю учителем начальных классов. Имею два образования. Среднеспециальное по специальности учитель начальных классов и высшее по специальности учитель русского языка и литературы. В 2017 году мне присвоили высшую категорию учителя начальных классов со средним уровнем квалификации, то есть не учли высшее образование. Имею ли я право на присвоение категории с высшим уровнем квалификации? Уважаемая Гульсара, специальности по дипломам о среднем специальном и высшем образовании должны совпадать с преподаваемым предметом. Таким образом, согласно закону об образовании, если педагогический работник является учителем русского языка и литературы и имеет диплом о высшем образовании, но работает учителем начальных классов с дипломом о среднем специальном образовании, то должностной оклад будет исчисляться по последнему диплому. По окончанию курсов в рамках обновления содержания учителя имеют возможность получить надбавку 30% к зарплате, но здесь те учителя именно, кто работает в этих классах по обновлению содержания. Потому что если многие ошибаются, ну вот если мы прошли, но работают, например, еще в старших классах, они не имеют возможности, потому что это все-таки поэтапное внедрение. И также будет поэтапное внедрение, надбавка тем учителям, только работающих в классах по обновлению содержания. Это начальные классы, первый, второй, третий, вот только с сентября начнут, и среднее звено.